В Бийске правоохранители изъяли у предпринимателя почти 500 пар контрафактной обуви. Подделки известных брендов были выявлены в ходе рейда в одном из крупных торговых центров города. Полицейские установили, что товар продавался без соответствующих документов, разрешающих торговать фирменной продукцией. В итоге стражи правопорядка изъяли из продажи 497 пар спортивной обуви. Сейчас кроссовки направлены на экспертизу, где предстоит установить их подлинность. Также эксперты должны будут оценить ущерб, принесенный правообладателям брендов. Если сумма превысит 250 тысяч рублей, то в отношении бизнесмена будет возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 180 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконное использование средств индивидуализации товаров, работ, услуг». По результатам экспертизы будет вынесено наказание. Предпринимателю может грозить штраф от 100 тысяч рублей или 2 года лишения свободы.